дорогие друзья! Вы смотрите кулинарную передачу «Наша кухня» на телеканале «Архыз-24». И с вами я, ведущая Олеся Стародуб. Сегодня в нашей студии руководитель отделения Национального центра помощи детям Карачаево-Черкесской республики ПСОД КЧР «Кавказ» Байрамкулов Алей Магометович. Доброе утро! Здравствуйте, Олеся! Здравствуйте, дорогие телезрители! Ну, пригласили в гости, будем сегодня готовить брутальный кавказский барашка. Да, я не против. Я люблю брутальные блюда, люблю брутальные способы приготовления, люблю мясо в целом. Вот, чувствую себя как дома, сразу предлагаю перейти на «ты». Мы сегодня в кухне, готовим в дружеской, теплой компании, поэтому ни к чему на кухне. Ну, насчет «ты» я не против, насчет всего остального, не знаю, я как-то с кухней не сильно дружу, но мясо люблю и даже иногда бывает, люблю готовить, расскажу. Если можно так сказать, секрет рецепта, да. Будем смотреть, что с этого получится. Ну, если с Олесенькой что-нибудь станется, значит, это не я ее отравил, это мясо, значит, вот такое, да. Хорошо, я думаю, что сегодня все будет хорошо. Я предлагаю рассказать телезрителям конкретно, что будем готовить, какие продукты нужны. Вообще, набор небольшой, да, вот можно увидеть привычные продукты для Кавказа. Здесь у нас молодой ягненочек. Да, маленький молодой ягненок, мы его сегодня, в общем, сделали мясо. Также у нас тут картошка, лук, чеснок. Чеснок у нас для того, чтобы сделать тузлук. А насколько мясо важнее, так тузлук еще важнее с мясом, потому что он и делает вкусовые качества мяса лучше, и усваивается мясо гораздо лучше, если вы его кушаете с тузлук. Это наше национальное кавказское блюдо, и будем сегодня вот пробовать его повторить. Сегодня у нас национальная кухня, карачаевская кухня, да? Вообще, да, как, карачаевская кухня. Какой карачаевский стол без тузлука, собственно, ну да, и без да. мяса. Но мясо в главной роли у нас сегодня барашек, мы его будем готовить, мы будем томить его в собственном соку. Да. Нам поможет лук. Приготовить мясо сочным, с вкусным соусом. Будем готовить в сковородочке. Картофель, да, мужчины любят, чтобы было посытнее, побольше, покалорийнее, потому что, конечно же, нужны силы, чтобы спасать мир, тебе в первую очередь, да. Вот, ну а чеснок уже для тузлука. Вот это айран. Здесь у нас зелень. Зелень тоже очень характерна для кавказского стола. В принципе, у нас очень любят зелень. Сегодня у нас есть кинза, укроп, петрушка, ореган, зеленый лук. Это можно подавать и с картошечкой, и с мясом. Можно отдельно поставить, может быть, кто-то захочет. И предлагаю начать. Да? Начинаем. Да, начинаем. Начинаем с мяса. Сегодня, ну, как по традиции, ну, в принципе, мужчина занимается мясом. Мы начнем и закончим мясом. Да. Сегодня у нас баран. И я разогрею сковородочку, мы его будем сначала обжаривать, для того, чтобы у нас получился вкусный, насыщенный вкусами соус. Да? Мы его обжарим до золотистой коричневой корочки. Я добавлю масло, разогрею. Я уже начинаю да, резать? Да, ты пока нарезаешь на кусочки. Ножики есть у вас? У нас есть, да. Вот смотри, здесь есть большой, есть еще больше. Давай я своим, если вы не против. Своим? Да, да, пожалуйста, конечно. Можно? Да, можно, конечно. О, отлично. Не, я его, думаю, кстати, что он острее, чем наш. Подарили, да, на поисково-спасательных работах. Очень хороший ножик уже который раз. Он показал, тебя выручает. Да, показал, что он настоящий. Когда тебя вдруг неожиданно приглашают на кулинарную передачу, ты достаешь нож? Ну, если честно, на кулинарную передачу, я не сильно любитель большой передачи, а на кулинарной передаче я в жизни первый раз. Надеюсь, не сильно стрёмно я буду смотреться. Как бы кулинар из меня так себе. На самом деле, женщины очень любят мужчин на кухне. Ну вот все, Олеся, теперь я стану самым лучшим кулинаром, да. Да, ты не только главный поисковик нашей республики. Да, если женщины сильно любят мужчин, которые любят готовить, то Али Магометович очень сильно любит женщин, которые его любят. Вот. С сегодняшнего дня твой рейтинг подлетит до небес. Видишь, как мастерски ты справляешься вот с мясом. На самом деле мясо должно быть обязательно с косточкой. Именно благодаря косточке у нас получится очень вкусный, насыщенный бульон. Да? Вот, мне кажется, в принципе, мясо вкуснее, когда есть кость. Конечно, кость она определяет вкус. Кость она делает мясо вкуснее, вкус томнее, что ли, получается, насыщеннее. Да, да. Концентрированно больше, как вкус становится. Наверное, кусочки надо
Можно, в принципе, оставить и так. Да. Вот, маслица разогревается. Сейчас будем отправлять. Но, кстати, по поводу специй. Сегодня у нас тоже минимум. Классика. Но у нас мужская кухня. Соль, перец, ничего лишнего. Карачаевская кухня, она минимальна, она аскетична и в то же время очень вкусная. Это, ну, так вот, наверное, это закон гор продиктовал такую вот кухню. Это очень богатая в плане мяса кухня, но в то же время очень аскетична в плане каких-либо других блюд и других вкусов. У нас мясо мясом кушают, мясом закусывают, мясом еще и запивают. Угу. У нас рацион практически весь состоит из мяса и картошки. Ну, еще и, конечно, мучные изделия. Сложно тоже, допустим, найти карачаевца-вегетарианца, да? Еще сложнее найти худого карачаевца. Карачаевцы после 30 начинают сильно мужать. Вот. Я один из них. Ты сдал свой возраст только что, да? Ну да, за 30 чуть-чуть. Ну, чуть-чуть за 30. Молодой, холостой, перспективный парень. Дело в том, что мучное мясо, картошка, они, конечно, очень вкусны, возможно, даже очень полезны, но в то же время для фигуры они накладывают свой отпечаток. Те же, допустим, вайнахи, сложно найти вайнаха такой комплекции, большой. Вайнахи, они очень поджарые такие ребята, стройные. Вот, да у нас, к сожалению, вот в таком вот из-за кухни, получается, наблюдается такая картина. Так, ну ладно, не прибедняйся. Мы знаем все твои достижения, все твои достоинства. Я думаю, что большинство телезрителей знают тебя, не понаслышке. И сегодня можно перечислять регалии до бесконечности. На самом деле деятельность твоя не ограничивается только работой в поисково-спасательном отряде, да? Ты являешься также... Да, я еще и председатель Совета отцов, я еще и первый заместитель НКО Центра помощи ЧС, я еще и член регионального штаба УНФ, я еще и председатель комиссии по вопросам общественной безопасности ОСМВД КЧР. Я сейчас просто буду перечислять... Про девушек говорят, да, я еще крестиком умею, на машинке тоже. Да, и в черный пояс по макраме. Я сейчас просто начну перечислять какую-нибудь должность, обязательно забуду, поэтому я... Кто-нибудь обидится. Да, перечислять не буду, скажу, что я везде. Мы постараемся даже сегодня вот никого не обидеть. Ты даже на кухню вот попал. Возможно, у тебя скоро будет черный пояс по кухне. Кулинарии? Да. Ну вот я же говорю, буду составлять тебе конкуренцию. Отлично, договорились. Только тут меня на кухне не хватало. Везде я был, на кухне не хватало. Это прекрасный шанс попробовать что-то новое. Так, ну сковородочка разогрелась. Я думаю, что мы можем отправлять мясо в масло. Сейчас она будет возмущаться. Но у этого барана уже нет выбора. Ну, да. Ему уже хуже не будет. Да. Чувствуется, что мясо свежее. У него нет вот этого неприятного запаха. Очень приятный аромат. Не помещается. Еще один кусочек. Или уместим? Заставим. Да. Ну, а пока жарится барашек, мы можем заняться картошкой. Ее мы сегодня отварим, да, для гарнира? Да. Нет да. ничего проще, чем просто отваренная картошка. Это вкусно, это всегда подходит к мясу. Может быть, для тех, кто переживает, что слишком жирно будет, если и жареное мясо, и жареная картошка. Вот женщины обычно переживают за этого. Ну, кстати, я не из тех женщин. Меня устроит любой вариант. Но сегодня мы сварим все-таки картошку. Давай я займусь картошкой, а ты нам расскажешь. Все-таки хочется поговорить о поисково-спасательном отряде. Ты руководитель отряда, и ты же основатель. Ну, как все начиналось? Да, я жил много лет далеко от своей родины, так получилось. Переехал относительно недавно и увидел, что есть необходимость в создании поисково-спасательного отряда. Не то, что правоохранительные органы работают плохо, хорошо, они работают, как работают, у них очень много работы, и в данном случае поисково-спасательный отряд является незаменимым фактором помощи, незаменимым инструментом и для помощи правоохранительным органам, и самое главное, для помощи населению, которое может оказаться в сложной жизненной ситуации. Помимо поисков без вести пропавших людей, мы проводим очень большую работу в части профилактики. Мы очень большую работу проводим по благим делам, есть у нас такое направление. Также мы относительно недавно начали работать в проектной сфере. Развиваемся, лохайца, дальше больше. На данный момент, вот за 3 года нашей работы,
за неполные 3 года было более 250 поисково-спасательных работ как на территории Карачаева-Черкесии, так и за ее пределами. Обратиться к нам можно, позвонив нам на горячую линию на наш номер телефона 928-825-4053, а также можно сотрудники полиции нам всю информацию касательно поиска без вести пропавших передают. Хочется отметить слаженную работу благодаря тому, что Министерство внутренних дел с самого начала оказало нам очень большую поддержку. Мы с ними работаем в очень тесном контакте. Я помимо того, что являюсь руководителем поисково-спасательного отряда, я еще работаю практически со всеми поисково-спасательными общественными организациями России. И могу сказать, такого отношения органов государственной власти, как здесь, в Карачаево-Черкесии, нет нигде. Ни в один регион России не поддерживается органами государственной власти, как поддерживается здесь властями Карачаева-Черкесии. Прежде всего, Министерство внутренних дел. Огромное им за это спасибо. Бывает, что в разные ситуации, к сожалению, случаются. Бывает, что человек может оказаться в состоянии деменции, особенно пожилые люди. А человек может оказаться абсолютно в любой ситуации, может потеряться в природной среде, может потеряться в городе. И мы начинаем поиски. Алмахаш-Курла 92-93% практически наших поисков заканчивается заветным Найгинжи. НЖ по-нашему, НЖ, Найгинжи. Но смотри, на самом деле люди мало интересуются этой темой, пока, к сожалению, не сталкиваются, да? Все знают, что в полицию нужно приходить на 3-е сутки после пропажи человека. Почему? Действительно, вот почему-то вот нет, такое мнение. Я думаю, что лучше на 5-е, чтобы уже наверняка профукать все, что можно. Вот. На самом деле нет такого правила. Понятие 3-е сутки придумали еще в советское время недобросовестные сотрудники правоохранительных органов для того, чтобы облегчить себе работу. Но дело в том, что они потом поняли, чем больше проходит времени, тем меньше шансы найти человека живым-здоровым. И найти его вообще, потому что бывают даже такие ситуации, что даже тело найти не получается. И у нас, к сожалению, такие поиски есть, когда мы по несколько лет ищем людей, и ни тела, ни следов никаких нету. Поэтому, как только вы заподозрили, что близкий вам или знакомый даже, вы можете обратиться относительно поиска любого вам знакомого человека. Не обязательно этот человек должен быть вашим родственником или близким родственником. Вы можете обратиться по отношению соседа, по отношению к вашему любому знакомому. И полиция в обязательном порядке примет у вас заявление и организует поисково-спасательные работы. А можно ли обратиться непосредственно к вам? Да, можно, конечно, обратиться к нам. Мы, если люди обращаются к нам, мы помогаем им собрать весь необходимый перечень документов и обратиться в полицию. Можно обратиться к нам, можно обратиться в полицию, можно обратиться к нам и в полицию. Но в любом случае, если вы обратитесь в полицию, полиция нам дело это передаст. И мы будем в любом случае участвовать, принимать участие в поисках. Зачастую, особенно в нашей республике, возможно, это влияние менталитета, люди стесняются обращаться в органы или, например, в ОКО. Ой, Лесенька, на самом деле, тут без слов ничего не скажешь. Это беда, беда Северного Кавказа, а особенно Карачаева-Черкесии. Стесняются очень сильно люди обратиться в полицию, боятся, что подумают про них родственники, что подумают про них знакомые. Не надо бояться, не надо стесняться. Не дай бог, если у вас кто-то пропал, сразу обращайтесь к нам, сразу обращайтесь в полицию, и мы обязательно предпримем все необходимые меры для поиска без вести пропавшего человека. А учтите, что на кону жизнь, здоровье близкого вам человека, на кону ваша судьба, на кону судьба семьи, которой может достаться без человека. Вся информация, которая, ну, скажем так, вылазит наружу, она остается конфиденциальной? Абсолютно. Мы никогда никому... Дело в том, что у нас есть очень много степеней защиты, и информация вот в том понимании, в котором вот, мы понимаем,
хранится только у одного, максимум двух человек. И то мы, у нас вот категорически запрещено эту информацию с кем-либо обмениваться, эту информацию как-либо обсуждать. А абсолютно никогда от нас какая-либо информация не уйдет ни налево, ни направо, ни в средствоосовой информации. Эта информация останется у нас, и, скорее всего, там через буквально несколько дней мы про эту информацию забудем, потому что придет другая, более, скажем, интересная, и мы будем... Более актуальная? Да. На сегодняшний день, да. Так, смотри, я чуть-чуть отвлекусь от разговора. Я уже начинаю переворачивать кусочки мяса. Наша задача – обжарить мясо со всех сторон. Вот задать такой вот мощный колер, запечатать сок внутри, а затем уже мы начнем томить. Да, наверное, уже пора, да. Посмотри, это очень аппетитно. Давай я тебе помогу. Ты хочешь мне помочь? Давай. Да, давай, давай. Я тебе помогу. Давай. Ты не боишься горячих брызг? Ну, мне хуже не будет. Очень аппетитно. Нет. Посмотри, какая корочка. Уже начинает разыгрываться аппетит. А тут что? А это я перевернула, пока ты рассказывал, да. Ага. Я назову ее обратно. Сковородочка маловато, да? Ну да, сковородочка маленькая. В следующий раз мы возьмем... Ты придешь не только с ножом, но и со сковородкой. Мы возьмем большую-большую шаюн и много-много мяса. И вообще поедем в горы. Да. Так. Так. Продолжаем обжаривать. Картошку я почистила, я ее сейчас сполосну, и мы можем отправлять ее на варку. Для того, чтобы она побыстрее сварилась, я ее чуть-чуть помельче порежу. Вот так. Солить, перчить мясо мы будем уже в конце, да, когда... Мясо будет томиться. Для того, чтобы сейчас баранина не отдала сок. Для того, чтобы она стала сочной и вкусной. Чтобы был именно вкус баранки, а не специи. Да. Так, ну что, все, я думаю, хватит. Ты видишь, у нас посуда не рассчитана на такую кухню. Был случай, мы ездили летом на учение в Краснодарский край и в Иркутскую область. Так вот, в Краснодарском крае мы взяли с собой много мяса. Я уже не помню, сколько барашек мы переговорили, но мяса было много. Ну, а мне показалось, что мяса мало. Ну, потому что когда сильно много, это когда чулок большой, 100-литровый, и мясо прям вот, ну... Ну, кто был на карачаевских свадьбах, тот поймет, о чем я говорил. А тут чуть-чуть меньше. Ну, я смотрю такой и смотрю, что мяса как бы мало. А ребята, которые приехали из других регионов, им же интересно. Мне действительно стало, что мяса мало, они быстро сковородку эту, ну, точнее, что я этот закрыл. А у ребят такие глаза, типа, столько мяса, вы как это все, ну, планируете съесть. Ну, на самом деле, мясо мы то съели буквально за несколько часов, и ребята нам очень сильно помогли. Тузлук. Секрет весь мяса – это тузлук. Мы сейчас его тоже начнем готовить. Да. Кстати, есть легенда, которая переплетается с моей деятельностью поисково-спасательного отряда. Потерялся маленький мальчик в горах давным-давно. Это было в давние времена. О, нашли его какие-то чабаны. Мальчик маленький, разговаривать не умеет. Ну и ребята не могут понять, кто он по нации, откуда, что. Теперь мальчик проголодался, взяли... Мясо приготовили, а он уже на тот момент спал, пока мясо готовилось, он уже заснул. Вот в просоне взял кусок мяса и начал искать тузлук. И когда он начал искать тузлук, ребята поняли, сказали, это карачаевец. Если он ищет тузлук, то значит это карачаевец. Ну и таким образом определили, где находятся родители мальчика. Потрясающе. Сегодня мы приготовим тузлук классический. То есть у нас есть айран, есть чеснок, да? Вот два ингредиента. Да. Соль, перец добавляешь? Немножко соли и чуть-чуть больше перца. Ага. А на самом деле вариантов приготовления тузлука огромное количество. Люди готовят и со свежими огурцами, и с укропом, с зеленью. Каких только рецептов нет, но мне кажется, что классика, она всегда актуальна. Классический вкус, он всегда устраивает всех. Не прогадаешь в любом случае. Да. Айран свежий, домашний, это видно. Чеснок молодой.
молодой, как наш гость сегодня. Чуть больше 30. Да. Вот этот не очень хороший, сейчас мы его уберем. Ага. Так, ну хорошо. Ты сказал, что вы занимаетесь также еще и благотворительностью, да? Какие благотворительные проекты вот сейчас? Ну, мы посредством благотворительных фондов оказывали помощь населению во время пандемии. Продолжаем ее и сейчас оказывать. Очень большую работу в части благотворительности оказывает Национальный центр помощи детям. Угу. Мы буквально 2-3 недели тому назад одели детишек с семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И буквально 3 дня тому назад мы приготовили к школе, купили одежду для детей с Донбасса и для детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Я не буду называть суммы, но я скажу, что мы с пакетами большими, баллонами выходили из этого магазина. Так получилось, когда Национальный центр перевел некую сумму в магазин, хозяин магазина решил сделать скидки, он увидел, для кого мы эту одежду покупаем, он решил сделать скидки и начал делать 70, 80, иногда даже 100% скидки на одежду, которую мы покупали для детей. А бухгалтерия магазина, помимо этого, перевела еще и 20 тысяч. В итоге мы эти деньги потратить просто не могли. Мы не знали, куда потратить деньги. Мы просто были в шоке. Мы с этого магазина вышли с огромными-огромными баулами одежды для этих детей. Дети были благодарны, счастливы. Да, я даже не смогу словами выразить те эмоции, которые испытывали дети и которые испытывал я, увидев счастье в глазах детей. Это было настолько незабываемо. Ребят, вот только ради этого стоит жить вот эти 30 хвостиком лет. Только ради этого стоит жить. Понимаете, такие эмоции, это ни с чем не передаваемая радость. Я, пользуюсь случаем, хочу выразить огромную благодарность и магазину. Я, если можно, оставлю вам контакты, вы потом укажете, который оказывал нам скидки, и, понятное дело, руководству Национального центра, также председателю общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии Марии Мухардиевне Акадиевой. Хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые помогают нам. Вместе мы сильнее, вместе мы сделаем все. Ведь огромное количество людей, которые хотят помогать. И хочу заметить, что поисково-спасательный отряд – это отряд добровольцев. Да, да. У нас отряд состоит из добровольцев, но у всех такое мнение, такой стереотип сложился, раз они поисковики, то это такие брутальные ребята с ножами, и они исключительно там все время ходят по горам. На самом деле большая часть нашего отряда состоит из девочек. Это и девочки, которые сейчас находятся в декретном отпуске, это и учителя, это и врачи, это и пенсионеры, это студенты и студентки. Разные категории состоят в нашем отряде. И они все проделывают вместе со всеми очень большую работу. И по части профилактики, и по части благих дел, и по части поисково-спасательных работ. Да. А как можно вступить в ваши ряды, если вдруг кто-то из телезрителей... Очень просто найти нас в социальных сетях, написать нам в директ, или позвонить, или написать нам на номер горячей линии 928-825-43-53. На данный момент наш отряд состоит из 182 человек, но предела нет совершенства, и чем больше людей будут с нами вместе работать, тем больше работа. Да, чем больше добрых дел мы сможем сделать, тем больше сможем мы людям помочь. Отлично. Смотри, я нарезала чесночок. Возможно, ты хотел раздавить в чеснокодавке, может быть. Я не знаю, у нас просто нет этого прибора, я предпочитаю все делать руками. Я думаю, так даже лучше. Да. Через твои здесь руки, чувствуется даже работа, чесноку, да? Мне кажется, будет гораздо вкуснее, лучше, слаще. Ты любишь много чеснока? Да. Я тоже. Значит, добавляем 2 зубчика. 2 больших зубчика сегодня отправляются вот в эту тарелочку с айраном. Мясо. Проверяем так, давай мясо. Я, не дай бог, ты обожжешь, что я сейчас тебе помогу. Дай давай. Тарелочку. Картошечка у нас закипает, я ее подсолю. В принципе, я думаю, что мясо уже можно...
наверное, еще минутки 2-3. Пожарим. Да, и все. Мне кажется, вот этот кусочек надо повернуть. Угу. Все вроде бы, да? Да. Давай его вот так прижмем. Вот так. Зажарим. Угу. Так. Ну, для того, чтобы барашек получился сочный, мы обещали добавить к нему лук. Подружим их в сковородке. Ну, мы самому обещали. Так, я нарезаю полукольцами, в принципе, это не важно, потому что, когда будет готовиться соус, лук будет расходиться в соусе, и мы его не почувствуем. Те кольца, которые останутся целыми, их будет удобно кушать. Мы посмотрим, как у нас получится в конце. Проверим, как мы с тобой сегодня сработались. Да, ну о работе. А какие проекты на сегодняшний день осуществляете? Я слышала про новый проект, который ты открыл, буквально организовал на днях. Это да, мы недавно начали работать по проекту оказания первой помощи. На самом деле очень актуальная тема. В большинстве случаев летальные исходы, которые происходят в результате несчастных случаев, происходят не потому, что случился несчастный случай, а потому, что была неправильно оказана первая помощь. И мы, имея уже определенные специфические знания в этой области, хотим научить людей, как правильно и эффективно оказывать первую помощь. На самом деле это очень-очень важно. А абсолютно каждый из нас, будь то офицер спецслужб или мама, домохозяйка, должны иметь навыки оказания первой помощи. Не добить человека, на а самом помочь. Деле, да. На самом деле, да, Леся, ты права как никогда. Самое главное – не увеличить количество пострадавших. Во-первых, не добить человека, во-вторых, не пострадать самому во время оказания помощи. Спасатели, вот я всегда говорю, спасатель бывает двух видов. Бывает хороший спасатель, бывает плохой спасатель. Хороший спасатель – это спасатель, который оценивает все возможные риски и относительно этой оценки проводит свою работу. Угу. Плохой спасатель – это спасатель, который рискует своей жизнью, рискуя при этом жизнью пострадавшего. Угу. Не оценивая риски, не оценивая ту беду, которую он может попасть, завлечь туда и пострадавшего, и, не дай бог, вот, натворить несчастье. В каком формате ты реализуешь проект? Проект у нас реализуется в формате тренинга. Угу. Я бы даже сказал, простой беседы. Простой беседы. Я пытаюсь, я не говорю людям, не рассказываю людям медицинские термины. Первая помощь очень сильно отличается от медицинской помощи. Наша задача, путать, да? Да, наша задача просто поломать в головах вот стереотипы насчет того, что надо засунуть ложку в рот для того, чтобы язык не проглотить. Накачать человека на шатырном спиртом. Есть очень много вещей, которые мы делаем по чуть-чуть обязательно по спине, если человек подавился. Ага, да, да, любимая. Мы очень много вещей делаем по инерции, не задумываясь даже о том, что эти вещи могут оказаться очень вредны для пострадавшего. Лучок я засыпала. Я даже слегка всплакнула. Ну ты не думай. Вот. Не плакай, Олеся, все будет хорошо. Мы сейчас порошку этого наконец покушаем. Все будет хорошо. Накрываем крышечкой, да, и убавляем огонь. Пусть он потихонечку томится. Картошка варится, ну а мы продолжаем беседовать. Нет, кстати, по поводу лука. Мы же не закончили начатое. Надо добавить. Да, я тебе разрешу это сделать. Ты знаешь, сколько нужно добавлять, я не знаю. Ну, мне кажется, это поговорка про Машу, кашу маслом. Ага, не Машу, а поняла. Кашу. Машу, да, можно испортить маслом, а вот кашу маслом не испортишь. Также и тузлук солью и перцем испортить будет сложно. Тузлучок должен быть солененьким. Да. А, кстати, мужчины любят добавлять всего побольше. Ты так же? Ну, что касательно этого блюда, то лучше нет. Тут, лучше нет? Да, должен быть вкус айрана, должен быть эффект, который тузлук оказывает. А всего побольше можно другие блюда добавить. Угу. Тузлук готов? Ну, в принципе, да.
То есть лук готов, да, мы его отставим в стороночку. У нас здесь еще зелень. Как предпочитаешь подавать зелень? А рядышком на отдельной тарелочке? Да, обязательно на отдельной тарелке, потому что если мы говорим про карачаевское классическое мясо, то там зелени не должно быть вообще. Здесь зелень должна быть на любителя. То есть она должна быть на любителя. То рядышком где-то стоит, стоит. Но в самом мясе зелени не должно быть вообще. То есть мы будем подавать вот так вот, мы и оставим, собственно. Да, кто захочет, тот возьмет. Да, да. Отдельно тузлук, отдельно зелень. И вот практически. Картошка, кстати, да, мы сейчас проверим картошку, что у нас с картошкой. Картошка еще не готова. Мясо подсолим попозже. Мясо, да, наверное, надо будет, когда перед тем, как выключить, тогда надо будет, наверное, посолить, ее посолить. Поперчить. Да. Да. Тогда что? В принципе, вся работа сделана, мы можем беседовать спокойно, сконцентрироваться на диалоге. Ты рассказал уже о проекте, да, по оказанию первой помощи, но хочется вот такие, наверное, какие-то бытовые вопросы оговорить сейчас, чтобы люди понимали, чего не стоит делать ни в коем случае. Ой, ну я даже не знаю, с чего начинать. Я не знаю, чего можно сказать по поводу того, что нельзя делать. Я могу сказать, что надо делать, надо думать. То есть надо отбросить абсолютно все эмоции, надо отбросить абсолютно все страхи, надо постараться подумать. Если вы видите, что человек упал в обморок, надо выяснить причину, не надо сразу приводить его в чувство, не надо паниковать, бояться, надо просто постараться понять причину. В большинстве случаев люди, когда видят, что человек потерял сознание, стараются его привести в сознание, стараются во что бы это его ни стало посадить или ударить поднять по лицу. Да, накачать нашатыркой. Ну, это все очень неправильно. На самом деле надо дать человеку возможность отдохнуть. Мозг выключил сознание для того, чтобы перезагрузить, грубо говоря, операционную систему человека. А мы этого человека берем и начинаем вытряскивать из него, грубо говоря, душу. Не надо этого делать, надо всегда стараться делать так, чтобы человеку было комфортно. Это касается ДТП, допустим. Да, ни в коем случае нельзя, если человек в сознании и нет угрозы воспламенения автомобиля, ни в коем случае нельзя человека вытаскивать пострадавшего из машины. Надо дождаться специалистов. И специалисты уже будут принимать решение, каким образом и как это сделать. Но, к сожалению, эмоции очень часто переполняют нас, и мы становимся заложниками этих эмоций и начинаем делать необдуманные вещи, которые могут повести к гибели пострадавшего. Резюмируя, нужно остановиться, сделать 10 вдохов, 10 выдохов, сосредоточиться и подумать, что, куда звонить, куда обращаться, да, то есть звонить в скорую помощь, не знаю, в полицию и не, грубо говоря, не тревожить человека. Абсолютно который правильно. Лежит. У нас даже есть правило: слышу, вижу, ощущаю. То есть, если ты в панике, ты не можешь видеть, ты не можешь ощущать, не можешь чувствовать. Слышу, вижу, ощущаю. Делаем 10 глубоких вдохов, выдохов, наблюдаем за ситуацией и понимаем, какой алгоритм дальше выбрать. Очень часто это происходит в основном, наверное, даже с женщинами, да, особенно если это касается их детей, то тут. Да, на самом деле женщины, они более эмоциональны, но Всевышний таким образом все соизволил, что включается какая-то в голове программа, и женщина, вопреки, не благодаря каким-либо знаниям, а вопреки своим эмоциям, справляется с ситуацией. Но в любом случае знания нужны, и вот мы, Аллах хотя, будем продолжать курс оказания первой помощи. Я обязательно об этом сообщу через наши страницы. Буду рад всех видеть. Приходите. Это вот в первую очередь я хочу пригласить мамочек. Это самый активный в Карачаево-Черкесии слой населения. Хочу вас пригласить, хочу вас научить и сделать так, чтобы вы научили своих родных и близких. Любой желающий может прийти посетить твои тренинги. Абсолютно бесплатно, в любое удобное для вас время, потому что я делаю тренинг несколько раз в день. Я провожу его, получается, обычно в послеобеденное время, и как минимум 2 или 3 тренинга у меня за один день. Вы можете выбрать удобное время. Ты проанонсируешь в социальных сетях? Да, обязательно, да, в социальных сетях я обязательно расскажу. Ну что, мясо практически готово, да, мы обещали телезрителям, что мы посолим в самом конце. Мы обещали барану сохранить его сок. Самое главное, да, ему обещали, что все будет хорошо. Мы ему обещали, и мне кажется, что обещание выполнили. Посмотри, очень аппетитно, сочно, ароматно. Я сейчас добавлю небольшое количество соли. Но на самом деле много соли нам не нужно, потому что соль мы добавляли еще в тузлук. Причем ты добавил так хорошо. Да, да. Мне даже сейчас страшно стало на это все смотреть, потому что очень сильно хочется кушать. Когда я кушаю, а мне сегодня еще ехать далеко,
Ты засыпаешь? Да, да, прям вот. Да. Прям жесть, как хочется сильно спать. Поэтому я сейчас буду смотреть, чуть-чуть, наверное, попробую. Угу. Если сильно буду есть, ты меня это напомнишь. Я тебе дам добавки. Да. Нет, и мне придется остаться в Черкесске. Ну ничего, ты успеешь побыть в гостях. Да, я размешиваю все, что я добавила. Лучок сверху, пусть вот этот сок, этот соус, который у нас сейчас внизу на дне сковородки, будет сверху тоже. Сверху на кусочках, да? Хорошо получилось. Я думаю, что черный пояс по кулинарии ты смело можешь получить. Да, картошка у нас тоже уже готова. Я сейчас выложу на тарелку. Все это мы засервируем на большом блюде, да? Да, будем подавать? У нас жители Северного Кавказа подается все в одной большой тарелке. А дальше уже на усмотрение. Либо можно кушать с этой тарелки, либо можно накладывать на маленькие, к себе забирать. Но сам момент того, что накладывается, все сразу получается большое. Это объединяет большую семью за столом. Да. И выкладываем мясо. Я думаю, что можно выключать. Ну, красота. Прям аж вообще загляденье. Я на самом деле задумался о новом проекте. Угу. Псот-кулинар. Отлично. Есть псот-спасатель, есть псот-профилактика, есть псот-благие дела. Теперь будет псот-кулинар. Прекрасная идея. Да, возьмем Лесю к себе в отряд, назначим руководителем проекта. Будем ходить, всех кормить и спасать мир. Но сытый спасатель, да, хороший сытый спасатель. Гораздо лучше, чем не сытый спасатель, чем голодный спасатель. Ягненок томленый в собственном соку. Мясо ягненка на кости 2 килограмма. Лук репчатый 2 штуки. Соль, перец по вкусу, масло растительное для жарки, картофель отварной для гарнира, зелень для подачи. Тузлук. Айран 200 граммов. Чеснок 2 зубчика. Соль, перец по вкусу. Все готово. Я предлагаю приступить к самому приятному сейчас. Мы моменту, наверное, самый приятный момент в кулинарии, это, наверное, дегустация того, чего получилось. Сейчас будем пробовать. Будем есть руками. Будем есть руками. Классический получается мясо, классический подход к мясу предусматривает руки. Угу. Никаких ножей, никаких вилок, ничего не должно быть. Будем брать мясо руками, будем окунать мясо в тузлок и будем кушать. Я начну. Видишь, сок. Ну, а я продолжу. Очень нежное мясо. Я что-то должен сказать? Великолепно. Обычно в этот момент не хочется говорить. Хочется продолжать есть. Действительно, мясо получилось очень нежное. Ну, это был молодой барашек. Я думаю, тебя не обманули. Да, действительно, очень вкусно. С айраном кислиночка, соли в меру. Торжественно присваиваю тебе черный пояс по кулинарии. Спасибо большое. На самом деле, вкусно. Понравилось. Понравилось ли тебе готовить? Ну, для меня, конечно, необычно, да, непривычно. Да, если я готовлю, то я готовлю, как я говорил, в горах, высоко. И готовим мы больше такое все сильно быстро. А тут прям процесс долгий. И еще в компании такой красивой девушки. Очень непривычно было это все делать. Ну, получилось, я, к сожалению, не могу передать телезрителям вкус. Ну, поверьте мне, очень вкусно. Очень вкусно, потому что Олеся рядом помогала. А мне кажется, очень вкусно, потому что сегодня мужчина на кухне. Вообще для любой женщины мужчина на кухне – это настоящий праздник. Сегодня у меня настоящий праздник. Я думаю, что телезрителям тоже понравился наш выпуск. Они записали рецепт. Рецепт на самом деле очень прост. Главное – выбрать, добыть хорошее мясо. Да.
Мужчина должен добыть хорошее мясо, и тогда будет вкусный обед. Да? Вот. Ну что, я хочу тебя поблагодарить, что ты нашел время. Да, на самом деле, Олеся, тебе огромное спасибо за то, что пригласила. И у меня появилась возможность с твоей трибуны рассказать про работу нашей организации, про наш новый проект по первой помощи. На самом деле, проект очень важный. И я надеюсь, что телезрители, которые сейчас меня слышат, присоединятся в будущем к нашему проекту, и мы сможем людям рассказать то, как оказывать первую помощь. Огромное тебе спасибо за то, что ты сегодня был здесь. Я желаю тебе всего самого лучшего, крепкого здоровья, твоей семье, успехов в твоем благородном деле, и я очень рада личному знакомству. Я думаю, что пришло время прощаться с телезрителями и продолжать наш праздничный обед. Дорогие друзья, на этой прекрасной ноте я с вами также прощаюсь. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго и до новых встреч в эфире.